Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко откажет на питание жихаров региона. 4 красовика он проведет прямую телефонную линию и прием громадян у Мазырским райвыканкаме. Завернуться по телефону можно с 14 до 15 годин по номеру у Мазыры 32 54 86. С 15 до 17 годин отбудется особистый прием. Зверните увагу, необходимый попередний запись.